Шон, ваша дочь понимает по-русски? Я не думаю. Возможно, она Шафат. Я не понял. Это человек, о котором они говорят, с черепом. Возможно, это тот, которого мы называем дьяволом. Что? Есть множество пророчеств, которые предсказывают приход сатаны, дьявола. Называйте, как вы хотите, но оно придет сюда взять себе невесту. Шафат. What are you guys talking about? Just wait a minute. Вы хотите сказать, что он желает мою дочь себе в невесте? Да. И нарожать с ней сотню детей. Это и есть пророчество. Нет. Нет, это не может быть. Я говорю вам то, что я знаю. Вы просили мою помощь, это то, что я могу вам помочь. Нужно это как-то остановить. Я советую вам и всем нам подготовиться к худшему. И молить Бога, что я ошибаюсь.